Всех приветствую на своем канале Тренд Кино. Здесь вы найдете и увидите анонсы сериалов на любой вкус, мелодрамы, драмы, турецкие сериалы, а также даты выхода новых сериалов. Тренд Кино – это только свежие анонсы и обзоры на сериалы. Подписывайся на канал и будь в курсе новых серий, а также сериалов. Тайны следствия, 21 сезон. Наследство, первая часть. В безлюдном месте около стройки найден труп пожилого состоятельного мужчины. Ни документов, ни телефона при нем не обнаружено. Перед смертью его били и пытали. На теле погибшего много сведенок наколок. Удается выяснить его личность. Это рецидивист, домушник Данил Рябухин по кличке Четвертак. Коломкова выезжает на место, где обнаружен другой труп. В своей квартире найдена мертвая Нина Трегубова. Людмила отрабатывает версию убийства пьющим мужем. Наследство, вторая часть. Убийство Трегубовой поначалу похоже на бытовое преступление. Оказывается, связано с убийством Четвертака. Погибшая была дочерью любимой женщины бывшего домушника Марины Скоропад. А она сама находится в больнице с сердечным приступом. Ковин предлагает объединить эти два дела. Швецовой снова предстоит работать вместе с Колонковой. Дорогой друг, спасибо за просмотр. Вы были на канале Тренд Кинотоп, где вы можете увидеть только анонсы, обзоры, новинки на сериалы. Украинские, русские и так далее. Дорогие зрители, нам нужна ваша помощь. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Ведь подписавшись на канал, вы помогаете нам, просматривая наши ролики. Ведь в следующем году мы начинаем открывать второй канал, где мы будем заниматься добрыми делами, помогать бездомным людям, пожилым, а также всем нуждаемся в помощи. Ваша подписка необходима. Сделаем мир чуточку добрее. Всем спасибо.